Говори. Да. Говори. Говори. Ну, я слушаю, говори. Это Татьяна приехала Надежду Васильевну в больницу повезти. Какой-то кухлюш напал. Уже дня 4 не может. Вот приехал ко мне тут Глушков Игорь. Вчера я не отдал, ему сказал, говорю, тут батюшке отвезти надо, коробка с какими-то продуктами. Ну, он сейчас вот заходил, я ему говорю, ты мне шанс какой даешь за тебя замолвить слово. Батеряевке был, такой эгоист, говорит, вот что нет, все, некогда, некогда, или что-то не возьмет, не допросишься. Вот я говорю, а я тебе один раз только сказал вчера, и ты тут же приехал, он смеется. Я говорю, видишь как, теперь мне конкретно есть на что сослаться, что... Ну, опровергаю. Нельзя ничего сказать, он все равно не это. Но вот я вижу. Вон она, машина где. Ну, все, уехал. Слава Богу. Кто-то подъехал. Ага, вот они выходят. Выходят они и идут не к нам, а к Надежде Васильевне. Это матушка. Матушка. Так, С кем-то, не знаю. а с кем она? Звонят, значит, да? Или звонят там? Стоят здесь. Я ведь могу это увеличивать на весь экран, любое вот это окошко-то. Ты знаешь это, нет? А? Знаю. Кто-то бы если снимал, я бы и сейчас увидел. На-ка, направь на них. Я сейчас, может быть, Включите там. успею. Так они ушли, нет? Они зашли уже, что вы успеете? Все уже. Вот видишь, если зашли, нету ее, да? Иначе бы было видно. Выключай. Все. Ну да, Надежда Васильевна. Это там Татьяна. Володя ей сказал, сейчас запечатывают книги отсылать. Новый Завет и к истинному православию. Надежда Васильевна позвонила. Сейчас иду. Выскочи. Он идет где? Так, Никита тоже идет? Да, да, да. Ну давайте, я опять один остаюсь. Да я не один. Со мной остаются хозяева тут. Ну как тепло здесь. Печку-то закрыли листами, чтобы не прыгали кошки. Давайте помолимся о том. Давайте. Господи Боже наш, мы просим Твоей милости. Благослови нас на наш труд сегодняшний, чтобы он был полезным и безопасным. И сердца людей расположи к нам и к делу, которым мы желаем прославить Тебя. Устрой все по воле Твоей, Святой. Благослови Татьяну, помогающую, болящую Надежду. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, давайте. Этот, который заказал 12 тетюшев, 12 к истинному православию и 2 комплекта Нового Завета, вот. О, выскочила, пали. Вот она где. Там она спит у меня в гнездышке. А внизу голубь. Ну давайте, братья. Сразу за
какие-то выходят. Пошел. Володя тоже побежал скорее. Вот они. Топ, на улицу выходит. Вот Володя в машину. Она их всех забирает. Каждый день столько работает. Надежда Васильевна вчера на анализ завозила, сегодня что-то такое. С утра звонит, благословение просит. Ну, если по-другому никак нельзя, так ну что сделаешь? После 60 лет, ну что говорить уж. А тут девятый десяток распощатый. Врачи-то что они сделают, когда организм разваленный весь? Ну вот, пропишут рецепт. Как рецепт пропишешь, песчаный? Песком крестят, песок сыпется из нас. Песчаная жизнь-то пошла. Вот с утра пораньше сегодня. 8 декабря 2017 года, пятница. Ну, у нас вот хлеба маленько не хватило, решили так, давай-ка все без хлеба, целый. И вот уже 2 дня совершенно без хлеба. Что, картошка, морковка вареная, вот, там компот вареный, все есть. Чеснок, лук, ну и обойдемся, компот. Как-то сначала непривычно, а сейчас наоборот даже как будто так и надо. Вот Татьяна разворачивается, вот она. Сегодня собаки прибежали, которых когда-то кормил, а мне тут запретили кормить их. Ох, они ласкались, уж как помнят все, 2 проникли, а 1 не могла. И так он убежал вокруг соседнего двора, через забор перепрыгнул кобель большой. И сучка, и их кобелишка уже вырос большой. 3-й-то. Уж они меня сопровождали до мусорного ящика. И обратно ласкаются, лапу подает этот. Все. Вот. Это уже отъезжают. Помолились. Выходят. Это Надежда, Духа. Видно, с Игорем разговаривают. Все видно. Там он идет кто-то. Там выходит. Ребятишки-то в стороне играют. К Надежде Васильевне. Вот это уходит. Ой, как интересно. Там к Надежде Васильевне заходит. А тут машина готовится только выезжать. Вот они стоят. Машин 12, 14 тут проезжает, больше не вмещается, а другие на улице стоят. Все, разъехались.